хороший зонт открылся автоматом, а закрыть надо вручную. То есть, в следующий раз я возьму себе полный автомат. Потому что, конечно, если у тебя там в Болгарии, например, у меня был зонтик вообще ручной, ну, как он называется, механический, то здесь он у меня полуавтомат. Надо, значит, будет взять автомат полный. Потому что все время здесь руки заняты, все время эти заказы получаете, и по пути решаешь проблемы. Сегодня и завтра два дня взять этих коробочек, и они обе в разных автоматах. Ну так получилось. А вот потом, значит, это все лучше заказывать при выезде. Вот у меня был месяц свободный, да, до отъезда, пока я там билет искала, пока то. И у меня было время свободное, я себе заказывала и Фаберлик, и Эйвен, и конфеты, и Алиэкспресс, в общем, все, что нужно было. Так получилось, что деньги мне пригодились. Потому что здесь как бы они улетают вообще никуда. Вот сейчас надо карту тройку отодвинуть, где я пенсионер. Получается, что я уже как бы здесь и не совсем пенсионер. Пока вот месяц мне будут эту карту делать, я буду платно кататься. А билеты по 2 с лишним, 2700 он стоит на месяц. 60 поездок всего лишь. Вот, вы видели, как открываются ворота метро. Вообще там, конечно, в МФЦ у нас вот эта служба единая, бывшая ЕРЦ, теперь она называется МФЦ. Народу много, ведь всегда, и в воскресенье тоже. И вот я за 2 часа его проблемы не решила. Оказывается, там я не могу зайти на почту, там сейчас все подтвердить надо, и телефон, и почту. И тогда только ты попадаешь в этот портал МОС-услуг. И там получаешь уже разрешение, то есть сейчас в электронном виде у них принимается и не можешь сделать пенсионную карту себе. А вот, продлить, в смысле, даже. Поэтому завтра я поеду к ним снова. Если у меня получится интернет сейчас включить, я поеду завтра. Вернее, сделаю завтра дома. А вот. А сегодня сейчас я вам покажу еще одну парикмахерскую, куда я собираюсь. Кстати, на укладку, потому что я сделала свои дела все там. Не очень удачно, но как бы это первое время пойдет, потому что все равно в 2 раза дешевле. А здесь дождик, я, наверное, сейчас телефон выключу, чтобы не было его нарушения работы. В общем, вот эта парикмахерская находится там, в самом конце вот этого здания. Здесь вот я вам показывала, здесь рынок внутренний, там капуста, брынза. Ну, кому интересно, можете сходить. Не брынза, а очень вкусный творог домашний продают на наших рынках. Ну, это когда у меня ребенок уже приедет, мы с ним пойдем. Потому что я люблю обычный творог в пачечках. Из него, хотя как бы я привыкла, он не расплывается. Сырники можно покупать и лепить. Можно, конечно, и покупать. Ну, вот. На сегодня у нас дел хватает, пока у них багажа хватает, поэтому я пока остановлюсь. Покажу вам вход, чтобы вы знали, где можно пойти на маникюр. И пойду дальше на Горбушку спрашивать про интернет, какой сейчас у нас в моде. Так, вот, видите, вот этот вход. И вот маленькие дверки. Вот прически, стрижки, укладки. Нет, здесь она даже открыта.